Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет светильник из коллекции Bali от производителя Новодворский. Это серия светильников для ванной комнаты. Такие светильники имеют защиту от пыли и влаги. Степень ее здесь IP44. Первая цифра всегда является показателем защиты от пыли или любых других твердых мелких частиц. А вторая цифра — это всегда защита от влаги. В коллекции есть две модели. Есть она вот такая с матовым плафоном. Вторая будет с прозрачным плафоном. Светильник это одностенный, основание у него хром, это зеркальная поверхность. Плафон это белоснежно-матовое стекло. Размеры его 15,5 см на 14,5. Это диаметр будет 9,5 см. Плафон полностью закрыт, патрон здесь Е14 из термостойкой пластмассы, а максимально допустимая мощность потребления лампы 25 Вт. Лампочка приобретается отдельно, я использовал LED-лампу потреблением 6 Вт, а выдает такая лампа около 50. Включенным выглядит он вот так. Приятный мягкий свет, матовое стекло, конечно же, его приглушает, но для светильника с таким назначением он вполне достаточно освещает. К тому же LED-лампу можно установить более высокой мощности, чем это сейчас у меня. Устанавливать на стене его можно в таком положении или в таком, когда плафон смотрит вниз. Крепится он с помощью монтажной планки. Она здесь круглой формы, диаметр ее 9 см, диаметр основания 10 см. Выключателя на светильнике нет, поэтому для него нужно будет выводить отдельный выключатель на стене. Чтобы снять плафон, его нужно будет немного провернуть и снять. Здесь есть силиконовый уплотнитель, который и должен здесь быть, если светильник с IP-защитой. И эта часть плафона здесь идет с такой пластмассовой защитой, поэтому стекло с металлом не контактирует. Это тоже хорошо. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.